Сэмми! 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 Время желаний! Хорошо, как скажете! Как много идей, эй, чародей! Устрой-ка праздник для детей! Одно желание и до темноты! Веселиться будешь ты, но без приключений! День не проходит никогда! Именно за это мы очень любим Сэмми, да! Сэмми, я получил свой музыкальный бумеранг! Хочешь его побросать? А то! Как ты это сделал? Талант! И может быть удача! Все сюда! Пирог готов! Круто! Билеты в кино! Я как раз хотела посмотреть! Да! Угадайте, кто станет героем видео недели? Ваш Сириал! Да! Это был лучший фильм в мире! Ни за что бы не угадал, что лучший друг героя – злодей! Ху-ху! Да, дети, вот так! Эй, любимая песня! У-у-у! Да! Привет, дети! Мы с папой надеемся, что вам весело. Веселитесь, ведь это не будет длиться вечно. Обнимаем вас, увидимся. До сих пор это был лучший день наших каникул. Сэмми, желаю пережить этот прекрасный день заново. Да! Вот это желание по мне! Ха-ха! Сработало! Ну, конечно! Держись! Я покажу кое-что позрелищнее, чем в тот раз! Нет! Мой бумеранг! Все сюда! Пирог готов! Чудесно, Марта! Больше ничего нет съесть? Класс! Билеты на месте! Ну, вообще-то, не так уж и смешно. Как-то очень предсказуемо. Я был уверен, что лучший друг героя был злодеем. И это, конечно, не потому, что ты уже видел этот фильм, да? О, хулиганы! А ну, поднимите! Прости, в первый раз было весело, неожиданно, но, знаешь, теперь все не так. Вообще-то, пережить день вновь оказалось не так и весело. СМС от родителей. Эй, не грустите! Завтра будет еще веселее! Так должно быть. Ну да! Не бойтесь! Я боялась, что так и будет. Я видела странный свет, идущий из часов на ратуши. И стрелки двинулись назад. Точно так же, как когда ты загадал желание. Это плохо. Что если мы застряли? Время больше не идет, и день будет повторяться. Значит, мы будем переживать тот же день снова и снова. И снова! Что ты сделал, Сэмми? Постой минутку. Антея сказала, что это из-за часов ратуши. Все, что нам нужно, найти способ остановить стрелки, и тогда все разрешится. Это не впервые, когда с твоими желаниями что-то не так. Да проблема не в желании, а в часах.
Ладно, что ж, может быть, проблема и не в часах. Это навсегда. И что хуже, мы больше не увидим родителей. Точно! Вот решение! Позвоню своим, и тогда вы сможете их попросить, чтобы все стало по-прежнему. Ты гениален, Сэмми! Алло, мам, пап? Да, вы не могли бы заехать к нам в гости? Прямо сейчас. Это немного срочно. Порядок. Что ж, что такого срочного? Ну, мое желание вроде как пошло не так. Но все же ошибаются. Ну, мне нужно, чтобы вы помогли и вытащили нас из этого. Хочу, чтобы время стало нормальным. Это все? Ага, ну да. А ты как думал? Мы вернулись в начало дня, до желания Роберта. Только прежние мы остались тут. Что? Что? Это же фантастика! Если это как в подобных фильмах, им нельзя нас видеть. Случится катастрофа. Что? Как? Ну, мы не должны существовать в двойном экземпляре. И если мы столкнемся с нашими двойниками, мы можем исчезнуть. Пуф! Кто хочет свежий пирог? Я! Я! Ну ладно, мам, давай, одно малюсенькое желание. Нельзя же решать все проблемы желаниями. Ладно, есть один шанс вернуть все как было. Не разрешить двойнику Роберта загадать первое желание. Я знаю, что нужно. Мы тайно изменим день мечты наших двойников, сделав его кошмаром. И тогда они не захотят повторения. Просто не верю, что мы нашли бесплатные билеты. Ну что, приготовьтесь атаковать. Огонь! Фу! Чайки летят! Мой бутерброд! Эй, шпана! Езда по тротуару, бутерброд-травма, нарушение сна и... кормление чаек. Но офицер Викрам... Молчать! Вы заработали штраф. Что? Это все наши деньги на неделю. Идем. Хороший фильм нас точно должен подбодрить. Фильм был чудовищный. С самого начала было ясно, что лучший друг героя – предатель. О, зачем я это сказал? Простите, что испортил просмотр. Кто он такой? Он так похож? Нет. Эй! Не понимаю, ведь день начался так здорово. Идем, я куплю смузи для нас всех. Насладимся оставшимся днем. Хулиганы! Вы это специально сделали! Да нет, мы не хотели! Вам это не сойдет с рук, полиция! Полиция! Ведь ты ушла, и тебя нет! Где ты это взял? Не знаю, парень, но тебя ждет великая карьера комика.
Чудесно! И как мы раньше жили без Wi-Fi? Не знаю, как вы смогли, но это был грязный трюк. И это пятно не отстирается. Это несправедливо. Мы с папой надеемся, что вам весело. Веселитесь, ведь это не будет длиться вечно. Ты шутишь? Если все дни будут такими, то скорее бы каникулы кончились. Мы смогли. Я так и думал. Но ты должен вернуться к детям или... Да! Я так горжусь тобой. Мой мальчик решил проблему почти самостоятельно. Мам, пап, не расскажете, что вы здесь делаете? И почему нас стало несколько? Рыбный смузи? О, нет! Он же двойник! Ладно, Псэми, слушай, мы тебе расскажем кое-что про сегодня. Озвучено по заказу CLS Media в 2020 году.